Попробовать на зубок новое оборудование. Такая возможность появилась у посетителей стоматологической поликлиники 3-й горбольницы в районе Машзавода после того, как из городского бюджета направили 300 тысяч рублей на обновление технологий. Распоряжение поступило напрямую от главы города, и проверить исполнение Вячеслав Жилин решил лично. Оценили оборудование и мы. В кресле стоматолога Дмитрий Муртазин чувствует себя гораздо спокойнее, чем еще пару месяцев назад. Сложный зуб пришлось лечить в несколько приемов, поэтому молодой человек застал смену оборудования. Я обслуживаюсь уже около 2 месяца, и поэтому при моем лечении происходила смена оборудования. Я не мог не оценить по достоинству новое кресло. Очень удобно, очень комфортно уже. То есть, сейчас все другое, стало намного комфортнее. Ты приходишь, просто ложишься и больше ничего не делаешь. Вот, все делают, то есть, и это стало более безболезненно. Увидеть новую стоматологическую установку приехал и глава округа. По его распоряжению из местного бюджета выделены 300 тысяч рублей для перевооружения. Средства ФОМСа невелики на данный вид услуг. Бюджет невелик, и в этом направлении, наверное, приоритет. И вот такие точечные, серьезные вопросы должны решать за счет средств местного бюджета, дабы создавать хорошие условия для наших граждан. Здесь лечится в основном, конечно, и взрослое поколение, пенсионеры, та категория, которая, в общем-то, требуется отдельный уход, отдельное внимание. Новая стоматологическая установка заняла свое место в хирургическом кабинете. Похожие прежде уже появились и в других кабинетах, но еще остаются в работе ветераны. К примеру, это кресло образца 80-х, следующее в очереди на замену. Одна установка вот образца 80-го года у нас осталась в отделении. Все остальные установки обновлены. Значит, парк мы обновили в 2009, в 2011 году, в 2013 году. Но это благодаря платным услугам, то есть были конкурсы по льготному протезированию, которые мы выиграли, и за счет вот этих вот конкурсов, то есть смогли пополнить парк оборудования. На сегодняшний день вообще стоматологическая поликлиника в своем составе, получается, имеет 2 терапевтических кабинета, один на 3, другой на 4 кресла, один смотровой кабинет на 1 кресло, хирургический кабинет на 1 кресло и ортопедическое отделение, на 4 кресла. С появлением этой установки лечение пациентов станет более комфортным и для пациента, и для доктора. Модернизация стоматологии на этом, конечно же, не завершена. В настоящий момент медицина располагает множеством достижений, о которых мечтают специалисты Златоустовской поликлиники.